Всем здорово, с вами Эдвин. И Милана. Да, и сегодня мы будем играть игру в F4D2. Тогда мы играли с Дети Спартаком, я и мой папа. Точнее, батя. Вот. А сейчас я просто буду играть. Получается, сейчас скажу как. Вы еще на канале Мысли о Геймсе, если что. Так, вот это сражение, короче. Можно быть за зомби, можно быть за человека. Вот так. Сейчас мы будем играть. Я буду играть вот на такой, на ковре. Точнее, на коврике. Коврик получается для мышки и на такой мышке. Если что. Просто маковская мышка неудобно играть, потому что оружие быстро меняется. Вот. Это папе вот тогда не было неудобно. Вот. А сейчас я буду играть на нормальной мышке. Геймерской, если что. Так. Не глючь, пожалуйста. Так. Я, походу, за людей. Или чё? Он все играет. Я не играю. Хороший захват сделал. Сзади не бежит. Короче, вы погибли, но я не погиб. Даже не играл. Да, уж почти дошли. А вон там убивальщица. Такая хрень. Так, ладно, в этом раунде я не сыграл, но сыграем за людей или монстров. Не знаю. Я бы за монстров хотел. О, монстр. Так, ну как набрать? А, так. Вот. А, можно менять. Уже все? Ну, странно. Да, Милан? Что? Я зашел, получается, за монстров играть, и мы уже победили. Странно. Вот Милан тоже говорит. Вот это да. Это я понимаю. Подожди. Я хотел за людей быть. Одного мы убили.
Что за фигня? О, все в моей жуткой штуке были. О, молоток. Прям в огонь ее давай, в огонь. Я иду прям далеко. Как мне эту фигню выключить? Как я так умер? Блин, они что, бесконечные? Что за фигня? Он бы зарядил. Не пройдут они, потому что отравят от моей штуки. Ладно. Вот сколько у нас громили. Вот раздражает меня это замедление. А что за дурацкое замедление? Отравил я двоих. Так ничего не получается. Знаете, как мне умереть, а? Давайте-ка, как мне давайте выйдем, короче. Потому что я застрял, а я не знаю, как встать заново. Так что давайте еще раз. Все равно быстро играть.